Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube канал Математика бесплатная. Сегодня мы с вами решаем задание номер 15 для подготовки к ОГЭ. Вариант 1. Сборник Лысенко. 2023 год. Итак, условия. В треугольнике два угла равны 68 градусов и 42 градуса. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах. Это очень простое задание. Решается элементарно. Итак, нам дан треугольник. Обозначим его ABC. Угол А равен 68 градусов, угол Б равен 47 градусов, угол С нужно найти. Прежде всего нужно вспомнить, что сумма углов треугольника равна 180 градусов. Пишем угол С равно 180 градусов минус угол А плюс угол Б. Подставляем вместо А и Б числа 180 градусов минус 68 градусов плюс 42 градуса. Складываем эти числа, получается 110 градусов. 180 градусов минус 110 градусов равно 70 градусов. Так как сумма углов треугольника равна 180 градусов, причем любого треугольника 180 градусов. Поэтому угол С равно 70 градусов и ответ просто 70. Очень простая задача. Это задача вообще за 7 класс. А кто изучал сумму углов треугольника раньше, так вообще еще и младше. Но это не по всем программам. В 7 классе по всем. За эту задачу дается 1 балл. Она не сложная. Просто запомните на всю жизнь, что сумма углов треугольника, всех трех углов, равна 180 градусов. И, кстати, заодно сразу запоминайте, что сумма углов четырехугольника равна 360 градусов. Это тоже иногда требуется в некоторых задачах. Но эта теорема используется чаще. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. И обязательно смотрите ссылки в описании на плейлист «Математика ОГЭ». Там я собрала очень много своих видео с разбором заданий ОГЭ. До свидания, удачи всем и желаю вам всем сдать ОГЭ только на пятерки.